пройти идентификацию, ввести ваш номер телефона и, соответственно, указать, что вы не робот. Молодым родителям объясняют, как правильно войти в систему, чтобы пройти тестирование. Сегодня в Первоодинцовской школе проводят экзамен для взрослых. Тема – воспитание детей. В рамках партийного проекта «Крепкая семья» проводим диктант, называется «Для родителей». Одна из участниц тестирования Ирина Насекина – мама двоих маленьких детей. На подобные обучающие мероприятия ходит с удовольствием, делится Ирина. Ведь это отличная возможность посмотреть на себя со стороны и получить новые знания. Я пошла на это тестирование, чтобы узнать больше о психологии дошкольного возраста, потому что мой ребенок ходит в детский сад. В диктанте 20 вопросов. На выполнение дается 30 минут. Если тест пройден верно, родителю выдается сертификат. Проект «Крепкая семья» проводится всего во второй раз, но уже обрел популярность среди родителей. Я стараюсь ходить часто на такие мероприятия, потому что мне бы хотелось на них получить определенные знания, которые помогут мне в последующем правильно, наверное, слышать, понимать своего ребенка. Сегодня тестирование проходит по дошкольному возрасту, а в следующем году предварительно оно будет посвящено начальной школе. Лада Дудко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».